поводу штрафов, дисквалификации, ну, как-то больше похоже на захват команды рейдерские. Человеку 80 лет, да, его высказывания, конечно, они лишены какой-то логики, и ну, непонятно, зачем он это сделал, причем, как бы, по всей видимости, он знал о том, что его разговор записывают, но тем не менее, все равно это произошло. По поводу же, как это повлияло на игру Клиперс и на настроение вообще в команде, ну, я не думаю, что Клиперс стал как-то хуже играть или как-то озабочен этим решением лиги дисквалифицировать Стерлинга пожизненно. На игру Клиперс это никак не повлияло. Ну, расизм.